Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Это люди независимые, руководствующиеся разумом, уверенные в себе и убежденные в своей значимости. Владелец имени к своей цели стремится достичь исключительно собственными усилиями, не попадая в зависимость от других. Буквы «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Для таких личностей характерна экстраординарность. Они обладают аналитическим складом ума, но ко всему в жизни склонны подходить очень творчески. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.